Всем привет, с вами Чумный Доктор. Ну-ка, хочу кое-что посмотреть. А, теперь понятно. Компания. Что у нас там? Падение Ладона. Берега Нордскова. Глава 7. Месяц спустя у одиноких берегов бухта кинжалов. Почему карта английская? Скотины. Не Рубиан, Аутстоус, не Рубиан, не Рубиан, не Рубиан. Так, так, кораблики. О, сержант! Ты же не сержант, капитан! Неужто свет покинул эту землю? Здесь почти не видно солнца. Ледяной ветер пробирает до костей, а вы даже не дрожите. Милорд, с вами все в порядке? Ну, как тебе сказать? Все войска высадились, капитан. Почти. Только несколько кораблей. Хорошо. Наша основная задача — разбить лагерь и организовать оборону. Мы должны быть готовы ко всему. Что-то меня смущает немножко эти места, да, ну ладно. Так. Правосудие свершится. Ты какого? Чем могу помочь? Ученик, ёпа. Конечно. За честь и отвагу. Где враг? Невезимый. Разумеется. О, волчары. И не один. Хороший план. Ты еще критически можешь сделать. Я помогу. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Хороший план. Бухи. За честь и отвагу. Ах, то сдай молотком по голове один раз. Конечно. Разумеется. Целителя уже мало нету, по сути. Правосудие тролли. Ёпалась. О, мыныка, нифига себе. Меха одеты. Какой-то разницы есть, они только в цвете. Капитан! Достаточно места. А, отправим. Хороший план. Ощути мой гнев. За честь и отвагу. Пусто. Ну, он пошли. Разумеется. Потом сюда придем. Угу. Смотрите, рудник. Здесь мы и разобьем лагерь. Враг атакует. Упа. В укрытие. Задаем. Боги милостивые. Вы не ожившие мертвецы. Вы живые. Мурадин? Мурадин Бронзобород? Это ты? Проклятие, парень. Я и подумать не мог, что именно ты придешь спасать нас. Спасать? Мурадин, я даже не знал, что ты здесь. Нормально. В любом случае, мне понадобится твоя поддержка. Мы разделились, когда наш отряд пауки появились. Засаду. Будет здорово, если ты нам поможешь. Можешь рассчитывать на меня, Мурадин. Вперед! У нас сейчас появился карлик. У каждого короля должен быть свой. Разрешите взлет! Воздух! На что жалуетесь? Опять за работу. Какие новости? Свет благословляет меня. Вверх. Ветролет. Хороший план. Может, вертолеты? Ветролет. Конечно. Не вертолет, а ветролет. Чем бы заняться? Я готов. У него косарь просто здоровый. Да, ваша светлость. Хорошо. Я служу свету. Конечно. Тролли, ну-ка. Я готов. Обычно люди соображают быстрее. Да, а мы молоток сейчас кинем. Молоток. Бым. Получи по наковальне. Правосудие свершится. Чего?
Ну я пошел. Я готов. Слушаюсь, милорд. Дело сделано. Угу. Да? Где враг? Все, speak English, как говорится. Так. Хороший я план. Готов. За честь и отвагу. Опять за работу. Слушаюсь, милорд. Да? Дело сделано. Хорошо. Угу. Башню разрушили, скотины. Одну. Я служу свету. О, волки. Разумеется. Дело нам сделано. Нашу базу напали. Блять, нет. Я наши готов. Войска атакованы. Да, башня. Психи, а. Рабочий могут. Я готов. Правосудие свершится. Хороший план. Рабочий вытянут. Ничего себе, опыт оттуда приходит сюда, герои. Я понимаю. Тюленчики. Тюленчики. Так. Наши войска атакованы. Конечно. Е-е-е. Да? Какие потери у нас были? Трое осталось только на рудниках. Чего? Я готов. Да, ваша светлость. Сделано. Хорошо. Я готов. Да? Где враг? Разумеется. Давайте исследуем пока. Опа, кто там? Это что такое? Пауки! Ну, прикольно. Я готов. Свет благословляет. Приступим. На маточка. Сделано. Делать сделано. Опять за работу. Чего? Улучшение завершено. Слушаюсь, милорд. Да, ваш свет. Я готов. Опять за работу. Дерево рубите. Что у нас произошло? Я помогу. О, Мурадин. Какие новости? Я помогу. За честь и отвагу. Улучшение завершено. Тут форт уже, да? Дело сделано. Да, ваша светлость. Ну я пошел. Дело сделано. Чего? Угу. Обычно люди соображают быстрее. Улучшение завершено. Ну, я бы не сказал. Свет, ну, благословляет ладно. Меня. Конечно. Хороший план. Опа. Разумеется. Вождь. На нашу базу напали. Сделано. Опа. Гаргульи появились. Смотри-ка. Да? Опять заработал. Чем могу служить? Чем бы заняться? Бам, молодец, давай. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Дерево медленно добывайте, ребята. Правосудие свершится. Где враг? Да, ваша светлость. Хорошо. Не, дерево. Руби. Я готов. Я служу свету. Да? Угу. Угу. Дерево добывайте. Я служу свету. Конечно. Ну, там одна это есть, ну ладно. Я готов. Улучшение завершено. Это мои бойцы. Они сражаются с нежитью. Надеюсь, вперед. Выдержат. Этим дворфам нужна помощь. Отбеги, 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 отбеги. Скотина, она по нему именно целится. Как улучшение завершено. Чего? Наши войска атакованы. Я пошел. Да? Ага, все есть.
Чего? Слушаюсь, милорд. Аня, там отмена. Опять за работу. Ну я пошел. Где враг? Отмена. За честь и отвагу. Разумеется. Парни. Парни, мы вас спасать пришли. Правый танк. Да, ваш светлый. В смысле, слушай, есть правый танк где-то похоже, есть? Похоже, Молгани спрячется где-то здесь. Сравняйте этот лагерь с землей. Наши войска атакованы! Обычно люди соображают быстрее. Ждут вас полета! Нет, пока не лучше. Я помогу. Правосудие свершится. Разумеется. Да, ваша светлость. Угу. Кто-нибудь ранен? Так, где-то рабочий у нас был. Хорошо. Да? Иди базу чини. Слушаюсь, милорд. Форт на связи! Исследование завершено. Поркай, как стрекоза! Дел сделано. Опять за работу. Угу. Свет благословляет меня. Слушаю. Я готов. Я служу свету. За честь и отвагу. Виндиго. Шиети. Сделано. Я помогу. Хороший план. Молодин. Так-то лучше. Улучшение ты завершено, молоток, а? Успокойся. Чего? Исследование наши войска завершено. Атакованы. Хорошо. Что такое? Ах ты мразь. Где враг? Конечно. Хороший. Улучшение завершено. Исследование сделано. Завершено. Улучшение наши завершено. Войска атакованы. Мразь, блин, а? О! Опять заработал! Нам нашу базу напали! Правосудие свершится! Разумеется! За честь и отвагу! Да? Убили одного! Улучшение завершено. Прикажешь открыть огонь? Кто-нибудь ранен? На нашу базу напали. Сюда играет рабочих. Замок нужен. Куда летим? Вас так. Понял? Здравия желаем. Исследование да, завершено. Да. Чего? Исследование завершено. Недостаточно древесины. Погоди, уже немало древесины. Я готов. Поскорите. Да, ваш светлость. Ну я пошел. Улучшение завершено. Здравия желаем. Укажите. Нет, я исцелю эти земли. На что жалуетесь? Я помогу. Мана никак не появится. Конечно. Исследование завершено. Атака ролей. Опять за работу. Я служу свету. Чем могу помочь? Где враг? Ты молодец, молодец. Хороший Артас. План. На самом деле нет, ну ладно. Кто-нибудь ранен? Прикажешь открыть огонь? Да, ваша светлость. Исследование завершено. Правосудие свершится. Все дела! Воздух. Ждем координат. Ты можешь быстрее? Ох, иду. Так, бам.
Считай, что мы уже победили. Давай, пошевеливайся. Прикажешь открыть огонь? Уничтожили, что ли? Нет. Хороший ход. Воздушная атака. Что-то, что-то их, блядь, сбили одного за другим, а ничего сделать не смогли даже. Просто друг за другом попадали, блядь, охренеть. Исследование завершено. Разочаровали вы меня. Где враг? Ну, на таран пошли, ну и ладно, блядь. Куда стрелять? Укажи цель! Иду на таран, иду на таран, друг за другом, блядь. Драги желаем! Жду приказа. Лови! Получай! Я помогу. Недостойное создание. Хороший план. Разумеется. Давай-ка. Жду приказа. Ваши войска атакованы. Одно ваше слово. Ждем координат. Укажи цель! Ошибись. Что это значит? Жду приказа. Да, ваше высочество. Ага, мы спасли их уже. Обычно люди соображают быстрее. Ну что ж, свет благословляет. Я готов. Прикажешь открыть огонь? Слушаю. Крайний желаю! Так-так. Успокоили. Я тоже. Главное, темный цитадель, уничтожьте, пожалуйста. Опа, Майкл бежит. Правосудие свершится. Идем, координат! Чем бы заняться? Так. Бам! Я служу свету. Здравия желаю! Я говорю, главное, это уничтожьте. Дальше пехоту назад. А, ну-ка. Запомним. Замок. Еще не скоро. Исследование завершено. Какие новости? Недолет. Еще одну. Улучшение завершено. Ее, бой. Правосудие теперь свершится. Можно развлекаться идти. Приказывайте. Прикажешь открыть огонь? И он тут уничтожит. Ты, блин, зараза, а? Давай, потом вон ту. Какие новости? Он там все в призик, отправь-ка. Бам! 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 Укажи цель! Мана нету. Прекрасно. На что жалуетесь? Чем бы заняться? Я готов. Алатар. Что прикажешь? Исследование завершено. Я помогу. Обычно люди соображают... Маны у него нет вообще. Свет благословляет. Капитан живой? Скажите. Капитан живой. Мы выиграли, я вас поздравляю. Послушай, Мурадин, а что ты вообще здесь делаешь? Где-то среди снегов и льдов Нардскола скрыты древние врата. Говорят, они ведут в тайное место, где хранится рунный клинок Ледяная Скорбь. Мы пришли сюда, чтобы найти этот меч. Но чем ближе мы подходим к вратам, тем больше нежити встает у нас на пути. Принц Артас, мы не нашли следов Малганиса. Съебался? Неважно. Сбежал. Он не сможет прятаться вечно.
Капитан, я хочу, чтобы здесь был разбит наш лагерь. Слушаюсь, милорд. Вот и все. Прибыли мы на Скол. Глава 8, Раскол. У нас, по-моему, осталось 2 миссии. Или 3. Давайте на этом серию завершать. Спасибо всем тем, кто смотрел. Всем пока. Вскоре увидимся.